Добро начинается с тебя. Под таким лозунгом начал деятельность первый в области благотворительный фонд помощи онкобольным детям. Общественная организация «Триединство» к этому шагу шла 8 лет. Ведь с работы этого фонда дети могут получить помощь экстренно, без долгосрочных сборов средств. Половину детей из этой книги памяти можно было спасти, утверждают в «Триединстве», если бы фонд открыли еще 10 лет назад. Примерно столько и шли к его созданию. Пока счет Северодвинского фонда «Островок надежды» исчисляется рублями. Но в будущем больные онкологией дети смогут получить средства на лечение в считанные дни. Пока мы собираем понемногу, копейками, месяц-два, а некоторым там и полгода, год, смотря какая сумма нужна. И зачастую случалось так, что деньги собрали, опять на операцию поехали, сделали, но, извините, через какое-то время ребенок уходит, потому что время ушло. Главное преимущество фонда – время. Быстро оказанная помощь спасает жизни. Это и есть главная задача экстренной благотворительности. Фонд «Островок надежды» имеет свои реквизиты в банке. Постепенно все собранные средства будут стекаться именно на лицевой счет, единый для больных онкологии детей. Онкологические заболевания среди детей, они не уменьшаются. И деточки есть, и теперь заболевшие, которые срочно требуются финансовая поддержка и помощь и так далее. И мы хотим, ну не хотим, а просто с такими пожеланиями, что ли, чтобы действительно люди помогли. Чужих детей не бывает. Сейчас в Северодвинске онкологией больны 30 детей до 14 лет. Четверо тяжелобольных проходят лечение за границей. Здесь в очередной раз напоминают, вовремя оказанная помощь 80% случаев спасает ребенку жизнь. Впрочем, имена в книге памяти продолжают появляться. Северодвинцы могут пополнить счет фонда через терминал или с банковской карты через номер 8 964 299 09 05.